Так как правильно отпаивать розы? Ладно, уже стесняться не буду. В общем, если розы приехали в коробке, жалко, что я не могу показать, каким образом они приезжают, но я думаю, те, кто работает с цветами, не знают. Если розы приезжают в коробке, нужно подрезать где-то сантиметр. Чего ты смеешься? Я не смеюсь. Подрезать на сантиметр и поставить воду. Где-то пусть пару часиков подпаивается. Воды не должно быть прям очень много, где-то вот столько, сантиметров 10. Все. А что ты делаешь? Я делаю букет для творческого человека, у которого сегодня выставка. Только не знаю, чего выставка, не спросила. Приветствую, друзья! Вы на канале «Розы от Сережи», и сегодня делаем букет для творческого человека. Все вы люди творческие, которые смотрите меня, поэтому вам должен понравиться этот букет. А если не понравится, то вы знаете, что делать. Подписаться на канал, поставить лайки, не забыть, как Кисонька только что что-то забыла. И, конечно же, максимально распространять это видео, потому что без счастья не будет ничего. А те, кто распространяет данное видео, для тех будет максимально много счастья. Это улет, правда? Я забыла, я же отложила этот аспарагус. Ой. Тем более аспарагус на базе. И вообще, давайте приступать, Ирина Федоровна. Да, надо быстрее, потому что скоро доставочки. Так, эти я делю, потому что их много. Я хочу, чтобы все это красиво было видно. Я поставлю в колбу. Аспарагус. Все. Он очень фактурный, круто смотрится, правда? Посмотрим, как он будет смотреться в букете. Да, я надеюсь, у меня получится еще с этим аспарагусом. Не работала в таком виде. А на свадьбе очень классно с ним работать, когда вот пускаешь как по столу, чтобы со стола президиума не сползали. Вот так вот очень круто смотрится. Так, начинаем. Ну, а пока ты начинаешь, я по старой доброй традиции пройдусь по комментариям. Комментариев много, друзья, я все читаю, но не на все уже успеваю реагировать, поэтому сорян. Вау, ты такой популярный, Серый. Да, Кисонька, я очень популярный. У меня уже, между прочим, 1600 подписчиков. А когда выйдет это видео, подписчиков будет еще больше. Но главное не зазнаваться. Серый, чем ты привлекаешь людей? Я привлекаю людей своей харизмой, неординарностью, красотой своего голоса и, конечно же, сексуальностью. Прекрасный букет для олигарха, пишет нам Елена Кожаева. А где же для простого народа? У нас же разные есть. Елена, спасибо вам за комментарий. Букеты есть разные. Да, мы делаем много. Вот, допустим, сейчас мы делаем не для олигарха, а делаем для творческого человека. Надеюсь, вы творческий человек, поэтому ставлю вам лайк. Елена Стулова пишет, как вы легко упаковываете. Здорово у вас получается. Букеты огонь. Спасибо. Наталья Щербакова пишет, у вас очень воздушные букеты, мне очень нравится ваша работа. Спасибо. Так, дай-ка посмотрю в зеркало. Просто прям в середине, в середине. О, видишь, какой у тебя красивый? Я тебе буду, короче, читать приятные комментарии, чтобы тебя это вдохновляло, и букет получился еще более шикарный. Сегодня только добрый комментарий. Ну ладно, один будет гадкий. Очень красивые букеты, необычные, прекрасный флорист Кисонька. Ольга Аверкиева написала такое сообщение. Наталья Костюшкина пишет. Добрый день, внимательно смотрю ваши ролики. Букеты супер, хочу научиться делать такие. Сережа красавчик, лицо компании, творческий человек. Вот так вот, Кисонька, не только тебе комплименты сегодня достаются. Спасибо вам, Наталья, очень приятно.
Ребята молодцы, рада за вас. Как же смайлики ставятся? Это тоже Наталья пишет. По цене букета многие спрашивают, и в прошлом видео спрашивали, сколько будет стоить этот букет, кисонька? Этот? Слушай, мы вместе рассчитывали. Без учета скидки, конечно же. 140 рублей белорусских. Екатерина Бровкина благодарит за мастер-класс. Спасибо, Екатерина. Так, Марина пишет, что ты немедленно работаешь. А, отлично, спасибо, Марина. Ликью пишет, ребята, люблю вас, вы крутые. Спасибо. Олечка пишет, очень стильно. Спасибо. Светлана Мартынова пишет, обалденнейший букет. Спасибо. Ну, я же не буду тебе показывать, кисонька. Да, как же мне расположить этот красавчик, чтобы было видно красоту, но спрятать рингио? Вопросик. Это такой торчащий. Хочется, чтобы было видно. Пушистенький? Дилафрус пишет нам. Разборка букетов и форма упаковка все одинаково. Новое что-то не увидела я у вас, но все равно красиво, все со вкусом. Молодцы, ребята. Задумайся, кисонька. Да, задумайся. Надка К пишет. Мужской Иначе голос. Иначе будут отписываться. Ну, конечно. Зачем, чтобы люди отписывались? Пускай подписываются. Так что, если смотрите это видео, не забудьте подписаться. Все, кроме Натки К, которая пишет, что мужской голос в кадре лишний. Спасибо вам за комментарий, Натка, но он неуместен в данном случае. Ты же скач. Так. Так жестишься. Нет, что я по-доброму все делаю. Анастасия Дедюхина. Я не Светлана, но от такого букета бы не отказалась. Надеюсь, что вам его подарят скоро, Анастасия. Так, ну вроде все. Ольга Хитрова просит, чтобы ты озвучивала. Я бы с радостью, но я когда работаю, у меня проблемка. Мне кажется, мы уже читали эти комментарии. Может, со временем я научусь. Конечно, научишься. Да, но на данный момент... Если научилась делать такие букеты, то и озвучивать научишься. Я постараюсь, я и так делаю. Ирина Терехова просит озвучивать стоимость букета. Спасибо, Ирина, уже озвучили. 140, да? Да. 140. Я показывала, что веточки хорошо располагаются вот в такие колбы, ветки елок, потому что они огромные, их все равно делишь. Таким образом можно вот так вот сделать. Прекрасно. Лилия Саркисова пишет, прекрасный букет. Прекрасное сочетание. Ага. Серый, сори, что тебя отвлекаю. Нет, ничего страшного. Не хочу менять. Но, конечно, круче было бы, чтобы вот эта капуста брасика была вот здесь. Ну, уже. Сейчас попробую повернуть. Может, поменяешь? Нет, придется есть букет. Менять. Ладно, пусть будет тут. Вот, вроде ок. Симпатичный же пап. Конечно, тем более Лилия Саркисова пишет, что с каждым разом букеты все красивше и красивше. Надеюсь, Лилия, и этот букет вам понравится. Василиса Чепурнова пишет. Максимально неприятный тип. Вроде в шутку, но слушать противно. Василисочка. Дай спокой, детка.
Извините, друзья, я немножко поматерился за кадром, просто не ожидал прочитать такой комментарий про себя. Аж не по себе стало, неловко как-то. Пойду плакать. Поплакал, Шиша, чуть-чуть полегче стало. Я забыла, простите. Серый, куда мы ее разместим? Елена Победина пишет: «Любуюсь, как легко девушка справляется с упаковкой букета». Сейчас посмотрим, Елена, как она справится с упаковкой этого букета. Давайте не забегать вперед. Зоя Тарасенко пишет: «Очень красиво». Мне интересно, про какой букет идет речь. Ну, ты же могла бы подписаться на меня, как мои зрители. Нет времени, Сергей. Прочитать комментарии, под каким букетом. Вся в творчестве. «Нравится работа кисоньки. Где девушка училась, если не секрет?» Пишет Елена Победина. Наверное, больше самоучка. Кисонька у нас самоучка. Всегда начала, мечтала. Первые шаги это были в цветочной мастерской, где я только начала работать. Девушка была хозяйкой этого салона. Очень хороший вкус у девочки. Она меня подучила. Дальше вырабатывался свой вкус. Много видео, много просмотров видео. Очень помню, любила. Есть такие букети, они оформляли свадьбы. Не знаю, сейчас оформляют, наверное, тоже оформляют. Очень классно делали всякие композиции, но они, правда, больше по свадьбам, не по букетам для продажи, а по свадьбам. Вот у них очень много смотрела всего. Спасибо за ответ. Светлана Сазонова приглашает нас с тобой на чай. Как приятно. Спасибо. Галина Павелко обратила внимание на мой носик. Я уже думал, что этого никогда не случится. Спасибо. А что с носиком? Не знаю, она написала: «Судя по носу, много». А, это то видео, где я, наверное, говорил: посмотрите видео и определите, сколько я выпил. Она определила по моему носику. Молодец, Галя. Что, червоный нос? Ну вот опять хотела более круглый сделать, а получился более раскидистый. Вот моя задача — научиться делать круглые букеты, потому что у меня рука уже привыкла делать вот так вот, понимаешь? Понимаю, все получится, кисонька. Мне хочется круглый. Все Давай получится. Завтра потренируемся. Давай. Обязательно потренируемся завтра. Потому что в круглых букетах тоже свой шарм. Да, кисонька, согласен. Я как-то больше люблю такие, но я знаю, что есть клиенты, которые... Продолжим, друзья. Как обычно, закончилась память. Ну, ничего, мы почистили. И начинаем упаковывать нашего красавчика. Яна пишет нам: букеты очень красивые, но кисонька — лишнее слово. Также напишет, что красиво, а еще напишет, что сочетание цветов и упаковка просто редкой красоты. Редко, когда нравятся букеты и сочетание с упаковкой, а здесь круто. И мне нравится эта веточка с круглыми листочками. Спасибо, Яна. Что там за веточка, интересно? А, это эвкалипт, наверное. Ну вот, посмотри, что там за веточка. Веточка, да, эвкалипт. Зоя Тарасенко пишет: «Очень красиво и очень нравится». Спасибо, Зоя. Юлия пишет: «Здравствуйте. Наконец-то и у нас День мам позади. Аж заскучала без ваших роликов и оптимизма. Начинаем тоже готовиться к Новому году. Спасибо, что не перестаете нас радовать колоссальными работами. Как всегда, на высоте. Так держать. Не отпускайте планку. Любви, здоровья и удачи». Понимаешь, кисонька? Спасибо вам, Юлия. Спасибо вам, Юлия. День матери для нас — это очень весело тоже всегда. Мои любимые праздники. Да, два основных праздника в году. Это 8 марта и День матери. Мне нравится, честно. Ну да, там букеты пожирнее. Как-то более... Ну, не знаю, мне больше. Мой Марта какой-то включаешь автопилот. Вот бы не хотел включать. Но выхода нет.
Так, Лёля Лёд пишет. Вы сами красите эвкалипт? Если да, то скажите, как, пожалуйста. Мы красили, да, просто краски? Да, сами красим. Ты заказываешь тоже, наверное, и крашеные? Да, я крашеные заказывала, но то, что мы с тобой покрасили, мне не понравилось, потому что там цвет был не очень удачно выбран. Да, если подобрать краску, то нормально красится и самих, да? Угу. Венок огонь, пишет Ольга Корниенко. Спасибо. Так. Лилия Ахметова пишет. Красиво, но для чего это видео? Я флорист и не поняла. Ну, флористы не все в этом мире понимают, поэтому, Лилия, не могу вам ответить на этот вопрос. Какой там был? Что там было? Да просто видео какое-то, не знаю. Светлана Я пишет. Привет из Мариуполя, красивый букетик. Спасибо, Светлана. Огромный привет, Мариуполь. Сэр, можно? Так, любители гвоздики здесь пишут. Ольга в Кубе, Гульнур, Надежда Митина, Наталья Салиева. Серый, тебе укусить готово, когда ты зеркало закрываешь. Ума, все любители гвоздики. Как можно не любить такую красоту? Все правильно. Все правильно, спасибо вам. Ольга Корниенко желает мне скорейшего выздоровления и просит идти домой лечиться, чтобы я не распространял задачу. Заразу. Спасибо, Ольга. Я уже иду на поправку. С Божьей помощью, с вашими молитвами. Так. Кристина Штанг пишет, что ждет меня. Это вопрос, Кристина. Здесь все под вопросом у нас. Уберите звук, пишет Таро Белой Кошки. Это легко сделать. Это легко сделать. Просто нужно выключить звук. О, кисленько, будет еще упаковка? Да, одна штука. Подожди-ка, подожди. Ну, давай, давай. Только я тебе скажу, стой. Извините, друзья, небольшая загвоздочка. Я хочу еще снять короткое видео. Уж больно я люблю, когда кисленько режет бумагу. Обожаю этот момент. Ты меня перебиваешь. Обожаю этот момент и обожаю этот букет. О, боги. Мамочки, да что ж там за букет был? Ой, кисонька, ну столько букетов уже на канале. У нас уже 300 видео на канале. Что, Елена Пот пишет. Я очень люблю кустовую гвоздику. Хотя нет, всю гвоздику люблю. Отлично. Спасибо. Да, Ирина Полупанова. Красивучий букет. С нетерпением жду работ Ириши. Надеемся, Ирина, вам нравится и этот букет. Ольга Корниенко спрашивает. А мне интересно, давно ли вы занимаетесь этим бизнесом? Кто был инициатором? Где училась Ирина? Ну, где училась Ирина, мы уже сегодня ответили. А про бизнес тоже может ответить Ирина или я. 3 года мы работаем уже, да, Кисенька? 3 года мы уже в этом бизнесе. Инициатором была, конечно же, Кисонька. А ты знаешь? Или ты не помнишь? Я не инициатором была. Я хотела, но... А, так это я был инициатором. Нет, твоя мама. Помнишь, она все то-то-то. Да вы работаете на себя. Да ты столько времени проводишь на работе. Да лучше бы на себя работали. Вот видите. Нужно слушать мамочек своих. Мамочка нам пожелала удачи. А я бы боялась. Да, мы поддержали ее решение и все. А еще твоя сестра поддержала. Ксю, привет. В общем, все Ксю поддержали. Всем привет. Ксюха сказала, буду помогать. Всем привет. И у мамочки сегодня мой день рождения, так что все сложилось. Пазл сложился, букет сложился. И все супер. Татьяна Андреева пишет. Чаще показывайте холодильник. Спасибо. Спасибо, Татьяна, постараемся. Вчера мы уже вам его показывали. Там ничего нового, так что в следующий раз уже покажем. Раз в неделю будем показывать. Так, о, и мой танец. Мой танец, ничего себе, я почти все комментарии прошу. Ну, не все, но много.
Катя детки напишет. Прям шаманские нотки. Так вот секрет вашего успеха. Пойду мужа попрошу тоже. Это про сегодняшний мой танец. Спасибо, Катя. Посмотри-ка на время, как бы мы с тобой не опоздали на выставочке. Ну так давай не будем опаздывать. Кисенька, я готов. Фото надо высылать. Фото высылаем и летим. Наклеечку наклеиваем и вперед. Спасибо, Лилия Саркисова. Спасибо за то, что вам понравился мой танец и за ваш комментарий. Анастасия Старостина пишет, что все флористы танцуют, как я, когда привозят Нобелис. Готово, друзья. А, еще давайте последний комментарий. Алушонок пишет, так где, в каком городе вы находитесь? Магазин, где телефон? Алушонок, мы находимся в городе Бресте и передаем вам огромный привет. Все, друзья, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи.